Ты что, меня бросаешь? Да, я не хочу жить в бомжатском доме. Но мы вместе его покупали. Я устала от всего. От чего ты устала? Ты же и так ничего не делаешь. Я забочусь о нашем ребенке, и это главное. Ага, и сколько же лет нашей Эмме? 5. Точнее, 7. Да, все с тобой ясно. Ну и вали отсюда. Мама, папа, что случилось? Радуйся, дочка. Твоя мама уходит к новому дяде. Как это? У меня что, будет новый папа? Нет, ты остаешься со старым. Мам, а как же мы? Спроси это у своего умного папочки. Он расскажет. Все, давай, до свидос. И еще, все деньги из сейфа я забираю. Хотя, стоп. Нет, я забираю весь сейф. Куда? Класс, теперь мы бомжи. На, доченька, возьми воды. Пап, ты что, ее опять из лужи набрал? Да нет, я взял ее из миски у соседской собаки. Фу! А зачем плеваться, мне не хватит умыться. Пап, мы что, теперь нищие? Как видишь, твоя мама забрала все деньги. Пап, не так стыдно идти в школу, меня же все засмеют. Ты главное виду не подавай. Да? У меня не осталось новых вещей. Меня точно все засмеют. Да кому нужны твои вещи? Никто и не вспомнит. Да-да. Лучше скажи, что мне кушать. Кушать? Тебя еще и кормить надо. Ясно. Спасибо. Сама найду. Правильно, дочка. Вся в меня. Только в правой мусорке я уже ковырялся. Лучше в левой что-то поищи. Короче, я не смогла найти юбку, которая мне понравилась. Да забей, найдешь новую. Так она была по скидке. Ну что ж, попроси шмотки у Эммы. Да она мне не даст, они слишком дорогие, чтобы я их носила. Кто тебе такое сказал? Эмма. Ну вообще, эта юбка не подходит к этой кофточке. И что делать? Ну переодень тогда. Я не могу, мне нужно в этой пойти. Ну почему? Нельзя ходить в одной и той же одежде 2 дня подряд. Я в этих носках уже неделю хожу. А чего они разные? Ну, пару не нашла. Леди. Да, жаль, что наши вчера проиграли. Да, футбол вообще ни о чем. Мальчики, а вы что, спортсмены? Ну да. А чего вы раньше не сказали? А что, нужно было в письменном виде отчитаться? Всем привет. Эмма, как делишки? Вообще-то я хотел это спросить. Не ссорьтесь, у меня все хорошо. Ты уверена? Что с тобой? Ты в этом наряде была вчера. Да, забыла. Но ничего, сегодня уже похожу и потом выброшу. Я же богатая. И красивая. Эй, сейчас получишь. Так, все по местам. Урок уже давно идет. Хорошо, миссис Блэр. О, Эмма, я давно не видела твоего папу. А он не хочет в школу к нам прийти. А у меня плохие оценки. Ты-то тут при чем? Я думала, может, чай с ним попить. Что? Так, что это я? Ребят, все, начинаем урок. Девочки, а вы видели новенькую из параллели? Да, я ее инстаграм уже 100 раз пересмотрела. Надеюсь, наших мальчиков она не уведет. Пусть только попробует. Угу. Эмма, а что с тобой? Ты что, не хочешь свой любимый сок? Хочу. А чего не взяла тогда? Да я утром напилась этого сока столько, что смотреть на него уже не могу. Ясненько. Вкуснятина. Добрый день, чего-нибудь желаете? Мне было, пожалуйста. А я буду чипсы. Эмма, а ты? А разве я не сказала? У меня же диета, девочки. Вот это ты смелая, я бы так не смогла. Больше ничего брать не будете? Не-не, спасибо. Хорошо. И как долго ты уже на диете? Да, я только сегодня начала. Понятно, а я-то думала, у тебя уже денег нету. Что за фигня?
Не понял. Ты чё к Эми клеишься? Братан, слушай, я первый сказал то, что буду с ней мутить. А ничего, что это я тебе первый сказал? Ну, я умнее к тому же. И чё, я ей нравлюсь больше? Нифига, она моя. Хочу тебе напомнить, что она еще ни с кем. Вот поэтому я ей предложу встречаться. Ты не сделаешь так. Это еще почему? А как же мужская солидарность? Когда дело идет о крутой девчонке, можешь забыть о своей солидарности. Спасибо, я думал, ты мне друг. Я тоже думал, но ошибался. Как мне стыдно. И что теперь делать? Как сказать, что мы бомжи? Я продала айфон, чтобы поужинать с папой. О, Эмма, я тебя искал. А, да, прикольно. А я тут думала, куда бы поехать на выходных. Так может это, вместе полетим? Ну... Алло, отойди. Полегче. Мальчики, не ссорьтесь. Может, в кино втроем сходим? Только вы чур платите. Я пойду в кино, только если ты будешь одна. Эмма, у тебя целых два поклонника? Конечно, это же самая крутая Эмма. Что это такое, Эмма? Фу, что это за отстой? Телефон? Вы не представляете, насколько он дорогой и крутой. Да? Он стоит 50 тысяч долларов. Эмма, ты такая классная и модная. Ага. Так, сейчас и денежки будут. Папа, это конец? Доча, что случилось? Ты представляешь, я чуть не спалилась перед одноклассниками, что я бомж. Мне б твои проблемы. Ты что, целый день был дома? Ну да. Папа, почему ты не идешь работать? Нам же нужны деньги, мама все миллионы забрала. Ну понимаешь, я хочу отдохнуть. У нас есть только два варианта. Либо мы остаемся бомжами, либо находим новую богатую маму. Папа, ты нормальный? И что нам кушать? И почему ты склеиваешь эти деньги? Да они лежали у меня в заначке, и, видимо, какая-то собака их погрызла. Что мы будем есть, папа? Один момент. Вот. Это что, все? Нет, забыл. Еще компотик есть. Класс! Я, наверное, так наемся. Ух! Ну, доча, это все, что есть. Добавки больше не будет. Ну куда это годится? Оно уже не модное. Гвен, ты что делаешь? Наверное, мне стоит обновить гардероб. А вещи зачем выкидывать? Ты могла просто отдать их мне. Да это старье уже никто не носит. Перестань. Кстати, Гвен, ты слышала новости? Ты о чем? Представляешь, наш любимый актер завтра женится. Смотри. Блин, я думала, я стану его невестой. Мы бы с тобой точно его не поделили. Стой! Вернись назад! Что? Смотри, какие-то новости. Известная семья мажоров стала бомжевать. Это же родители нашей Эммы. Она что, теперь без денег? Давай быстренько побежим и разузнаем все у наших мальчиков. Погнали. Эй, а о чем ты там думаешь? Тебе какая разница? Надеюсь, не о моей будущей девушке? Да не о твоей. Я думаю про свою М. Мальчики, у нас срочные новости. Опять не можете поделить своего краша? Очень смешно. Мальчики, вы знали, что наша Эмма теперь бомж? С чего это вы взяли? В новостях рассказывают, что их семья стала бедной, а мама ушла. Вы что, реально в это верите? Явно же, что это какой-то пиар-ход, и им больше заплатят. Но, мальчики, это реально проверенный источник. Когда Гвен проходила в этом источнике тест на IQ, ей показала ноль. Поэтому это 100% правда. Эй! Девочки, придумайте что-то получше. Ну тогда делайте, что хотите. А мы знаем правду, и она еще ответит за то, что нас обманула. Не поняла, что происходит? Это мы не поняли. Давай, признавайся. Я не могу понять, что вы от меня хотите. Я забыла кое-что нам сказать. Что? Ты хотела нас обмануть и сказала, что твоя семья богатая. На самом деле они без денег. Да с чего вы взяли? Это неправда. Да конечно, мы все в новостях прочитали. Я не хочу с вами говорить. Дайте пройти. Отдай! Фу, отстойный рюкзак! Держи!
Да за что мне это все? Вообще чокнутые. А что это? Это что, бабло? Ну все, мальчики, мы разобрались с этой Эммой. Что вы с ней сделали? Где моя Эмма? Не твоя, а моя. Спокойно, вы ее больше не увидите. О, нет! Приветик всем. Вау, Эмма! Откуда у тебя новые шмотки? Ты же бомж. Девочки, ну это же был пранк. Вы что, не поняли? Кто это, Эмма? Я. Ваш заказ. Спасибочки. Держите. Эмма, я хочу с тобой поговорить. Пошли отсюда, Гвен. Ну, Мэри, Гвен, вы куда? Эмма, зачем они тебе надо? Опять не успел ее пригласить на свидание. Какая же она тупая. Надоела просто. Девочки, я к вам. Уходи, мы тебя не ждали. Пока. Девочки, ну простите, что я вас обманула. Простить? Мы думали, что ты крутая, а ты обманщица. Ну, я хочу загладить свою вину. Да что непонятного в одном слове? Отвали. Ну перестаньте. Вот у меня для вас есть тут подарки. А вот тебе, Мэри, держи. А это тебе, Гвен. Вау, это нам? Ну, конечно, вы же мои подруги. Ну, вообще-то, бывшие подруги. Ой, ничего, мы помиримся. Да-да, помиримся. Ну что, вам понравились мои подарки? Очень крутые. Ну, я рада. Может, тогда на вечеринку пойдем? Иди без нас, мы что-то устали. Ну ладно, тогда я позже зайду. Наконец-таки она свалила. И не говори. Как же ее закрутить? О, что приперся? Это вообще-то тоже моя комната. Забыл? В таком случае надо попросить, чтобы меня переселили в другую комнату. Супер, это отличная новость. А что ты там делаешь? Да вот, подарок для Эммы готовлю. И эту фигню ты называешь подарком? Фигня это ты. Ты думаешь, твоя роза ей понравится? По-любому. С этим только в туалет ходить. Ах, так? Я тебя сейчас сломаю, понял? А ты попробуй. Я тебя пальцем трону, ты рухнешь. Ну, держи. Наконец-таки нормальная повариха в столовке появилась. Это точно, можно хоть булочки нормально кушать. Ой, девочки, наконец-то я вас нашла. Жаль, мы так этого не хотели. Чем займемся? Иди вон там подумай. Подальше от нас. Папа? О, Эмма, ты тут? Это что, твоя школа? А это твой папа? Ну да, я решил тут на работу устроиться. Дворником? Ну тогда ваша семья реально нищая. Папа, ты зачем меня позоришь? Идем, Мэри, от них воняет. Ну, классно я придумал, доча. Папа, ну ты все испортил. Откуда у тебя этот наряд? Украла? Как вы все мне надоели. Меня еще от увиденного трясет. Это Эмма обманщица. Я изначально все поняла. Она уже не будет такой крутой, как раньше. Девочки, мне надо серьезно с вами поговорить. Конечно, говори. Вы зачем смеялись над моим папой? Да у вас вся семейка того. Не трогай мою семью. И вообще, мы ведь помирились, разве не так? Ты нас задобрила подарками, и мы вдруг начали с тобой дружить? Вообще, можешь забрать свои никчемные подарки. Я думала, вы нормальные. Хватит тут стоять и капать нам на мозги, ясно? Вы две дурочки, понятно? Ага, дурочки. Вот увидишь, мы еще Энтони и Боба себе заберем. Будет знать, как обижать крутых девчонок. О! Ну зачем выкидывать целый бутерброд?
О, офигенно, похавали. Эй! О, прикольно, у нас открыли вход бездомным. Мужчина, валите отсюда, или я охрану позову. Это вы мне? Что происходит, папа? Это что, твой отец? Не знаю. Да, я и отец вообще-то. Папа, ты опять меня позоришь, а? Да уж, Эмма, мы не знали, что у тебя все так плохо в семье. Папа шутит, он у меня клоун. Идите, мальчики, давайте. Чего это я тебя позорю? Ты что, не понимаешь? Ты портишь мою репутацию. Да ничего я не порчу. Хочешь вот бутерброд? О боже, как мне сейчас стыдно, ты не представляешь. Ох уж эти подростки. Так, тебе F. И тебе F. Такой почерк непонятный, кошмар. О, а вот это Мэри, моя любимая ученица. Тебе А. Добрый день, миссис Блэр. О, привет, ты на урок? Но ведь начало только через 40 минут. Какой кошмар! Что такое? Пришло сообщение, оказалось, что у меня долг за квартиру. Не переживайте, оплатите и все. Но у меня нет таких денег. Что же мне делать? Миссис Блэр, а хотите, я вам денег дам? Сейчас. Держите. Это что, взятка? Нет-нет, я тебе хорошие оценки не поставлю. Да ладно, возьмите. Мне не жалко, а вам нужнее. Оплатите все свои счета. Что? Правда? Я спасена! Спасибо тебе, Эмма! Миссис Блэр, вы такая крутая! Эмма? Ой, мистер Адам, вы наконец-то пришли? Папочка, а мы тут... Мистер Адам, ваша дочь такая умница, дала мне кучу денег. Не-не-не, это не мое. Как это не твое? Ну не скрывай свою щедрость. Я все понял. Пока. Стой, папа! Папа! Эмма, стой! Вам чего? Мне нужно папу догнать. Давай реши, с кем ты хочешь быть? Да ни с кем, что непонятного? Отвалите от меня наконец-то. Ну, Эмма. Достали. Мы бегаем за ней, и что в итоге? Реально бесит. Пудрит нам мозги и все. Братан, прости меня, я не знаю, что на меня нашло. Давай забудем все. Не нужно из этих глупых девушек ссориться. Согласен, бро. Идем. С меня хватит. Ухожу. Папа, что случилось? Почему ты собираешь сумку? Эмма, можешь уезжать к маме? Как это? Куда я уеду, пап? Что твоя мама меня обманывала? Что ты? Я хочу быть один. Я не хотела тебя обманывать. Я бы принесла тебе деньги. Я не хочу оставаться на этом чердаке ни секунды. То есть ты оставишь меня одну? Ха, твоя мама почему-то об этом не переживала, когда ушла от нас. Я ее сейчас найду. Это бессмысленно. Твоя мама уже нашла новых ухажеров. Ну, пап, ты лучше всех остальных ухажеров. И ты сам это знаешь. Давай, собирай вещи и уходи отсюда. Привет, мальчики! Мэри, Гвен? Молодец, запомнил наши имена. Собирайте вещи, идемте. Вы что, пришли нас выселить? Мы сидели и решили прийти к вам. Мэри, что с тобой? Вы бегали все время за Эммой, а крутых девочек, которые вас влюблены, не замечали. Ты про кого сейчас? Ну, про нас, глупый! Боб, что-то мне это не нравится. Мальчики, ну давайте быстрее собирайтесь, пойдем на тусу. Да не, мы останемся, у нас это, много дел. Давайте, уходите. Мальчики, вы не знаете, от чего отказываетесь. Боб, и вправду, чё мы морозимся? Идем с девчонками на тусу. Чё нам тут сидеть в комнате грустить? Все правильно ты говоришь, молодец. Ну ладно, уговорил. Пошли. Встречаемся через полчаса. Чё ты смотришь на меня так? Я вот сижу и думаю, когда ты успел свое мнение насчет девчонок поменять? Не начинай, иди лучше помойся, блин. Нам все-таки на тусу идти. Мама, дочка,
Что ты тут делаешь? Мамочка, я бегаю тебя еще уже час. Я знала, что ты далеко не ушла. А зачем ты меня искала? Ну, чтобы отговорить тебя выходить замуж. Я не хочу нового папу. Да какой новый папа? Как это? Ну, ты же собиралась уйти к другому. Если бы было все так легко. Я просто поссорилась с твоим папой и хотела ему отомстить. Но все зашло слишком далеко. Но для чего? Мне нужно было его проучить. Я хотела, чтобы он обратил на меня внимание. Просто из-за ссоры ты решила свалить из дома и устроить этот спектакль? Твой папа меня не понимает. Я знала, что родители у всех немного странные. Но вы, конечно. А что там папа? Наверное, уже мутит с какой-то учительницей. Он вообще решил пойти непонятно куда. И тоже, как ты, психанул и собирает вещи. Нужно срочно его остановить. Да, давай, берем вещи и возвращаемся домой. А куда вы, кстати, переехали жить? Не поверишь, в лакшери чердак. Давай, идем уже. Ладно, давай. Ну, посидели на дорожку, можно идти. Адам, подожди, не уходи. Ты? Эмма, зачем ты ее сюда привела? Пап, сейчас не время выпендриваться, если что. Адам, мне нужно с тобой поговорить. Скажи это своему новому мужу, которому ты ушла от меня. Да что же ты такой упертый? Не можешь выслушать нормального человека. Молодец, теперь ты на маминой стороне. Что она тебе пообещала, новую машину? Сиди и слушай. Я хотела сказать, что у меня нет никакого нового мужа. Можешь не притворяться, я и так все знаю. Ты ничего не понимаешь. Ты меня просто достал. Вот я погорячилась и такое сделала. Ну да, конечно. Пап, да услышь ты наконец хоть кого-то. Знаю, я поступила неправильно, но у меня не было выхода. Так это все неправда? Нет, конечно. Нам всем нужно серьезно поговорить. А, и еще, Эмма, вот тебе новый айфон. Ну, наконец-то. Вау, девчонки, круто вы придумали! Спасибо, то, что вытащили нас по тусу! Я же говорила, что вам понравится! И чего мы раньше с вами не тусили? Не нужно было таскаться со всякими ненормальными! Йоу, девочки, вы лучшие! Лоб, а давай вместе в кино сходим? Ну, дай подумаю. Эй, ты еще думать будешь? Да ладно, я шучу! Пойдем, конечно! Ребята, а давайте селфи сделаем! Давай! Давай! Мэри, подними телефон выше, у меня лицо какое-то некрасивое. А кто в этом виноват? Девочки, не спорьте, давайте фоткаться. Ро! Я так рада, что вы помирились. Как же я ошибалась. Все в прошлом, нужно жить настоящим. О, нет! Что такое, доченька? Мам, пап, кажется, меня предали. Не выдумывай. Ребята выставили историю, как они гуляют. Без меня. Ну и что? Я больше не хочу ходить в эту школу, мам. Хорошо, решено. Переезжаем в другой город. А у нас хватит денег? Конечно. Я закопала клад под школой Эммы. Нужно просто пойти и выкопать его. Забрать, да. Но сложно будет немножко. Куда это она? Да не знаю. Давай искать лучше новый дом, куда мы переедем. Может, в Америку? Нет, лучше на остров без людей. Заживу теперь. Миссис Блэр, я тут хотела сказать. Эмма, спасибо тебе за твой подарок. Теперь я лечу в отпуск. Так вы же говорили, что у вас долги. Да пофиг на долги. Я лечу на Мальдивы. Ну, тут как бы есть более нуждающиеся, чем вы, поэтому, ну... Что ты имеешь в виду? В общем, ошибочка вышла. Деньги надо вернуть. Пока-пока. Как это ошибочка? Это что получается? Я теперь без отпуска осталась? Ах, прощайте фотки на пляже в Инстаграм. Вау, это наш новый дом? Да. Осталось тебя только в новую школу устроить. Эмма, ты не будешь скучать по своим друзьям? Не, они меня предали. И я поняла, что главное это семья. Не переживай, друзья у тебя еще будут. Это точно.